Рядовой Вадим Петров получил из рук главы Карелии медаль за отвагу. В прошлом году уроженец сортовал и заключил контракт и отправился в зону СВО. Спустя неделю во время эвакуации раненых он подорвался на мине. Затем попал в госпиталь, где несколько месяцев лечился. Вместе с Вадимом на награждение пришла дочь, которая очень ждала папу. Сержанту Александру Анашкину из Петрозаводска вручили медаль Жукова. Контракт он заключил в марте. На фронте боец часто выводил из-под огня артиллерии технику своего подразделения. В Карелию вернулся без ранений. Просто награда получена, тоже это заслужить надо было, поэтому волнительно. На церемонию награждения Александр пришел с семьей. Его жена рассказала, что когда супруг ушел на СВО, она узнала, что беременна. Это второй ребенок в семье. Мальчику сейчас 2 месяца. Сына воспитывает теперь. Устроился, работаю. Поэтому пока живем, растем. Старший сын Александра, Данила, сейчас учится на 4-м курсе в Петрозаводском президентском кадетском училище. Как и отец, мечтает связать свое будущее с военным делом. У меня очень большой пример. Сам тоже рвусь к военному делу. Хочу закончить уже кадетское училище, поступить в военное, закончить военное и пойти по военной службе на военную карьеру. Александр Анашкин поблагодарил всех, кто поддерживает наших земляков, и показал главе Карелии письмо от школьницы, которую теперь будет хранить дома как семейную ценность. Возвращение домой к своим родным и близким, живыми и невредимыми. Ну, девочка, понятно. Мария Афанасенко, 8 лет. Пацан бы точно 5 ошибок сделал. Ну, ладно. Берегите это. Анна Ильчик, Сергей Беляев, служба новостей.